Понятно. Вот тут Рома Андреев, трейдер, управляющий, говорил, что доллар будет по 35. Сейчас он говорит, что доллар будет по 67. Ну, в принципе, вот то, что ты говорил, прогноз вот по 73, он сбывается. Вот. Но при этом много людей, которые пишут: «Рома, Рома, жди 90-100 за доллар». Ну вот смотри, мне всегда непонятно 90-100, 67, тайминг мне непонятен. Вот можно сказать 90, да, там, через сколько лет? Может, через 3 года будет 90, потому что, ну, инфляция в России, инфляция в Штатах, ты, о чем мы говорили уже, это обычно на первом курсе там финансового университета форвардный курс. Когда у тебя закладывается там инфляция или процентные ставки, если у тебя инфляция в стране больше, чем инфляция в той стране, в валюте, которую ты считаешь, да, то у тебя будет валюта ослабевать, ну, на лонг-рань, там, на средний долгосрочный. Но это финансовая математика, ну, обычно. Поэтому, когда 90, опять же, о чем мы говорим, завтра, сегодня, через 3 года, вот эти такие все-таки нужно вводить, когда ты решаешь математические, да, там формулы какие-нибудь, там задачи Каши, у Да. тебя есть ограниченные условия какие-то. И Ну, тут то есть в первом полугодии не будет, скорее всего, следующего года. смотри, сейчас мы до конца года вот увидели опять же приток, почему Да. рубль укрепляется. Да-да. В этом году никакие поездки нам не грозят там в Европу. Соответственно, люди, часть валютных накоплений, они под Новый год будут там, опять же, у кого не хватает, в этом году, видимо, многих будет не хватать, будут переводить в рубли, чтобы там где-нибудь, может, внутри России съездить или на стол что-то купить. Вот. А в начале, в январе обычно у нас такой январь тоже не сильно там давлеет на рубль. Там рубль колеблется на текущих условиях. Поэтому обычно у рубля тоже есть сезонность, поэтому я думаю, мы вот на этих уровнях там плюс-минус, ну, скорее всего, там мы, может, и увидим 71 рубль, поболтаемся в конце этого года. Зависит от притока капитала, потому что сейчас в связи с бюджетным правилом рубль очень сильно подвержен влиянию так называемой capital flow, когда нерезидент приходит, рубль укрепляется, нерезидент там продает, рубль ослабляется. Поэтому вот сейчас мы видим, может, еще какой-то там небольшой приток увидим, еще на этом укрепимся. Ну и при текущих ценах на нефть, да, там опять же, если строить, ну, обычную такую простенькую модельку там связи, то регрессионную модельку, то рубль чуть посильнее должен стоить. Опять же, те же 71 рубль, ну, наверное, да. Там 67, ну, на суперпозитиве, может, в следующем году увидим, если там будет нефть 60, 65 и, в принципе, продолжение рескона. Ну, это 67, от 72 до 67, там это не такой сильный. Где мы можем увидеть низ, точнее вверх по рублю, но, ну, я думаю, в следующем году мы также увидим и 80 по рублю. Это, скорее всего, будет вот как раз весной, вот на общем таком плане рискофе, да. Вот там мы можем увидеть где-нибудь там 80-82. Ну, пока вот спекуляции в рубли, если вот так бегать по обменникам, смысла нет. Ты больше на спреде. Кто Да. торгует на бирже, ну, да, тогда там они уже такие спекулянты, им надо смотреть там график. Я все-таки просто валюту воспринимаю, я торгую же бондами в основном, и ослабление или укрепление сказывается также, ну, ты видишь на спрос на бондах, то есть если сильно, как раз ты видишь потоки, облигации там ОФЗ растут. Вот в это я не торгую валюты, но слежу, естественно, за ней, и вот такой у меня как бы взгляд через облигационный рынок на валюту. Поэтому вот если так подытожить, да, там 90-100, ну, все возможно, как бы в этом мире толстые хвосты есть, вот все восхищаются книгами «Черный лебедь», да,
Единственное, что есть люди, которые ждут там конца света, да, но надо понимать, что ты постоянно его ждешь, когда-то он будет, и будет сильное падение, коррекция, но ты не заработаешь ничего, если ты будешь, вот рынок уже сколько растет, да, ты можешь ожидать, но факт тот, что большинство не успеет зашортить на хае, это неблагодарное дело. Прибыль получают не те, кто там покупает на лоях, продают на хаях, а вот того, у кого риск-менеджмент налажен, да, ты тогда не будешь терять. А это все попытки поймать лои хаи, это, ну, игра в лотерею, тогда уж лучше посходить в казино, там приятнее посидеть, чем сидеть у монитора и ждать эти хаи лои. Еще приятнее выпить Метаксу в моем гараже. Я устроил сходку до трейдеров. Винтажную в гараже. Очень классно сидеть в моем гараже будет. Это не Это круто. реклама, так сказать, я думаю, всех инвестбанкиров из крупнейших банков, ну и уважаемых учреждений типа Ланта приглашаю в гараж свой. Пить Да. Абсолют, Метаксу, Спирт Рояль, ну там что есть. Как съездил на облигационный конгресс в Питере? Да, знаешь, мне больше понравился сам Питер. Конечно, погода была супер. Среда, четверг, солнечно. Я ходил Мариинку, там смотрел балет. Больше всего мне понравился Питер, сам Питер, как ты сказал. Понятно. А говорят, что многие участники типа региона туда не приехали на этот конгресс. Ну, да, сейчас в этом году было мало участников в связи со всеми событиями коронавирусными, да. Там ВТБ также был мало представлен. Ну что ж, о чем говорить так, в принципе, здесь сейчас? Понятно. Хотел поговорить с тобой о ситуации на финансовых рынках и в частности о банках и в частности об акциях банков. Это связано с Киви и связано с продажей Тинькова пакета акций. Ты вообще отслеживаешь ситуацию с Киви? Ну, сама акция Киви я не интересуюсь. У них были банды, знаю, хороший спрос был, в том числе со стороны физиков, потому что, понятно, это было первичное размещение до этого бандов Киви. Как-то у кого их не было, хорошая ставка и, естественно, переспрос был, да. Сами акции Киви, ну, как бы говорить, что Киви это типичный банк, я бы не стал. Если ты говоришь, вот, поговорить о банках, в общем, да, Да, о банках, да. опять же, ты о каких хочешь, о наших, о европейских, о американских, потому что вот так общей палитры говорить о всех банках не стоит, потому Я что одно хочу... дело. У нас концепция такого мультиинвестирования, потому что инвесторы интересуются американскими банками, нашими банками, всем интересуются. Ну, смотри, я бы так сказал, вот разделил бы твой вопрос. Есть европейский банк, который сейчас, ну, на дне, грубо говоря, и понятно почему, потому что при отрицательных процентных ставках банковский бизнес, он, ну, по сути, не рентабельный. Не живут банки при отрицательных процентных ставках. И мы видим, вот достаточно взглянуть там на ETF банковский, ну, сейчас он ниже некуда, да, там можно сравнить его там с акциями Мечела, вот, я так Да. образно говорю, да, потому что те же банки европейские, они, когда пассивы привлекают, а тех же физлиц, они не могут давать там отрицательную ставку. А по факту они размещают те же резервы под отрицательную процентную ставку. И мы видим ту же историю с Deutsche Bank, где он, по сути, последние годы сжег капитал свой. Сейчас ЕЦБ немного одумалась в том плане, что они вот вводят диверсифицированную шкалу, чтобы не так было тяжело банкам. Вот есть европейские банки. Есть американские банки, где ситуация намного лучше. Американские банки в основном пострадали в 2008 году, когда вот этот ипотечный кризис был. Они прошли хорошую капитализацию. И сейчас, даже несмотря на достаточно низкие процентные ставки, но все-таки в Америке ставки-то положительные, номинальные положительные процентные ставки, ситуация там намного лучше, чем в европейских банках, и там, в принципе, достаточно безопасно. И на росте экономики, вот так если говорить, банковский сектор, он должен расти.
Если говорить о российских банках, то у нас есть, опять же, тут нельзя говорить обо всех банках. У нас есть Сбербанк, который, в принципе, бенефициар, но вот многие считают, что у него там дешевый пассив. Да, это есть такое, но, опять же, у нас был Сбербанк до Грефа и после. Все-таки нельзя отрицать того вклада, который сделал Греф. И в этом плане Сбербанк очень нравится всем инвесторам, нашим, российским. Когда они заходят в Россию, они покупают в первую очередь тот же Сбербанк. Есть у нас ВТБ, которая у него там финансовая, скажем так, политика немного другая. Я бы не хотел вдаваться в детали, но она отличается. Да, Киви, вот, которая история, да, я слышал эту историю, но, скорее всего, я больше смотрел на банды Киви, которые также полетели вниз. Не как акции, конечно, просто облигации – это немного другой инструмент. Но Киви все-таки, он, у него специализация определенная есть, там и в ревенью у него определенная часть достаточно большая, это вот и ставки на спорт, да, вот и сейчас, как я понимаю, на тотализатор, на игорный бизнес связан, и сейчас Центральный банк вдруг решил с этим немного побороться, скажем так, в кавычках. Естественно, это скажется на прибыльность Киви. Тинькофф и Тинькофф банк, это опять же своя история. Тинькофф все-таки достаточно читать интервью самого Олега. Он же в Америке жил, да, и он вот эту модель, он с того, там был в Америке такой же банк, который без офисов работал, он на российскую почву. Скажем так, в принципе, ему это удалось хорошо. Тинькофф работает с хорошей отдачей на капитал, достаточно посмотреть, какой у него ROE. То есть банк генерирует прибыль, генерирует капитал. Когда Тинькофф приходил на банковский бизнес, да, там банкиры говорили, вот что пивовары идет в нашу сферу. Но тем не менее, сейчас посмотреть по активам, Тинькофф занимает, сейчас уже не помню, но он уже давно 50 вошел, там, наверное, 30 место. Да, там многие, ну, есть такое, скажем так, не мнение, а вот если на отчетность посмотреть, Тинькофф в основном работает в высокомаржинальном сегменте, который связан с кредитованием физлиц под высокие проценты. Но опять же, то, что у него как поставлено вот это скоринг и как он отбирает заемщиков, все говорили, опять же, что вот кризис, который у нас начался, он ударит по Тинькову. Но пока, да, просрочка растет, но она, Тинькофф, тем не менее, генерирует капитал. Если посмотреть в общем, в этом году банковский бизнес принесет достаточно хорошую прибыль. Но эта прибыль будет, надо понимать, что эта прибыль будет меньше в следующем году, потому что Центральный банк ввел послабление для банковского сектора. И те резервы, которые можно было не создавать в этом году, то есть постепенно, в следующем году банки будут обязаны уже признавать полностью резервы, то есть и переводить часть заемщиков в категорию 4-5, а это последует создание резервов. То есть что это значит? Это будет означать, что прибыль банков будет уменьшаться на вот признание этих резервов. Хотя в этом году эти резервы, я бы сказал, наверное, признали, если по банковскому сектору говорить, 30-40. То есть еще основная доля вот этих плохих долгов, которые будут вызревать, они будут признаваться в следующем году. Но если Центральный банк еще не отсрочит вот эти послабления. Поэтому, вот так говоря кратко, я бы сказал то, что Сбербанк, он всегда интересен. Еще почему Сбербанк интересен? Потому что, опять же, многие так с юмором относились. Сбербанк был сейчас Сбер. Я вот даже говорю Сбербанк. Но Греф неспроста Сбер, потому что он не хочет олицетворять себя с банком. Потому что банк в будущем, как я это вижу, он будет такой базисом. Основное прибыль, генерация прибыль придется на
вот комиссионный, потому что банков состоит процентный доход и комиссионный, вот скажем так. Чем хорош комиссионный доход, он у тебя не утилизирует капитал, под него не надо создавать по сути резерва. Когда ты выдаешь кредит, тебе надо создать резервы. Если кредит становится там NPL 90, ты увеличиваешь. Ну, опять же, не буду вдаваться. И если совсем плохой, ты резервируешь 100%. То есть тебе надо, чтобы больше выдавать кредитов, больше капитал. Капитал должен расти в двух, ну, может расти в двух случаях. Либо ты прибыль не распределяешь на дивиденды, и тем самым у тебя создается нераспределенная прибыль, увеличивается капитал, улучшается норматив. Либо же ты там выпускаешь, опять же, субординированный, причем банки так и раньше и сейчас много субордов выпускают, потому что определенный класс субордов там старше 5 лет, ты можешь признавать в качестве капитала. Соответственно, чтобы тебе выдавать больше кредитов, тебе надо больше иметь капитал. Вот капитал создается таким. Ну или акции еще выпускать. И комиссионные, когда у тебя процентные ставки снижаются, тебе зарабатывать процентную маржу становится сложнее. Одно дело, когда ставки 12, ты можешь закладывать достаточно большую процентную маржу. А когда у тебя, грубо говоря, как в Америке, или сейчас у нас снизились ставки, да, сейчас банки еще получают прибыль, в том числе из-за того, что повышается объем кредитного портфеля, но резервы полностью не создаются. Плюс достаточно много кредитов выдано по прежним ставкам. Но когда они будут погашаться, ты уже будешь как банк выдавать кредиты, естественно, с учетом кредитного риска заемщика по более низкой ставке. Тебе маржинальность этого бизнеса будет падать, поэтому тебе надо растить комиссионные доходы. И вот раньше российские банки плане на этом были не заинтересованы, потому что так было хорошо, у тебя хорошая процентная маржа, можно не париться, в отличие от европейских банков, где об этом давно уже, и американских задумывался. И сейчас вот в будущем, в связи с этим, со всеми платформами, маркетплейсами, банку, если хочет он дальше жить, скажем так, ему надо увеличить комиссионные доходы. И Сбер вот создает эту экосистему, когда у тебя все транзакции будут проходить в этой экосистеме. И клиенты банки будут оставлять все эти доходы комиссионные вот в этой именно экосистеме. Там в такси, заказ еды, ну, понятно, все что угодно. Понятно. Да, поэтому Сбер, если будет действительно не банком, а IT-компаниям, там совершенно уже, о чем я тебе тогда говорил, другие мультипликаторы и текущие цены Сбербанка, они даже сейчас выглядят интересными. Поэтому Сбер, да, определенно. Тиньков, я бы тоже сказал, но с Тиньковым вот эта последняя ситуация с Яндексом, да, там много таких не очень хороших слухов, поэтому надо быть аккуратнее. Но вообще сама модель и то, как скоринг у них налажен, стоит отдавать должное. ВТБ, но пока у них, да, они все планируют увеличить дивы, но вот политика в плане там M&A пока несколько выглядит, ну, на мой вкус, взгляд, несколько такой, мягко скажем, неопределенный, вот если так говорить. Вот такой вопрос. Я смотрел аналитику западную, и они говорят, что вот Сбер, как экосистема, ну, доход, вот в общих доходах Сбера будет какой-то вот более-менее только в году в 30-м. В ближайшие годы это ничего не принесет. Нет, ну, это естественно логично, что у тебя сразу все не запустится. Тебе надо сначала немного денег пожечь на это. Опять же, мы смотрим там Яндекс.Такси, когда запускался. Сначала тебе надо завоевывать рынок, да, и тебе нужно какой-то капекс, там, опекс увеличивать. Естественно, завтра не будет. Но мы видим вот эту тенденцию, и коронавирус это оголил, то, что все по части, все больше и больше переходит в онлайн. И в еще один немаловажный момент, то, что в отличие от банковской системы, скажем, чисто банка, да, там Сбербанк хотел в Турцию, у него были планы, вот он покупал там турецкий банк,
в Европе немного. В плане IT, если вот он захочет именно развиваться уже, но он и хочет войти, это, по сути, у тебя весь мир открыт, да? Ты можешь масштабироваться не только в рамках российской системы, поэтому там уже и представление модели оценки Сбербанк, ты можешь уже будущие там выручки и смотреть будущий рост, экстраполировать на более такие глобальные рынки. Но естественно, что это не за год будет происходить, это будет, какой ты сказал, там 30-й, но это, я думаю, даже еще может оптимистично, но вполне, да, 30-й. Не, точно это не будет прямо завтра или в следующем году приносить половина ревенью банка, это вот, точнее, не банка, опять же, я сказал, Сбера, это вот именно комиссион. Нет, конечно, это будет постепенно, но Сбер в этом направлении двигается. Нет, он молодец, он двигается, все хорошо. Но вот дальше он двигался в направлении стать международным игроком крупным. У него ничего не получилось с этой стратегией. Почему у него сейчас получится масштабироваться в сторону международного маркетплейса? Ну, смотри, во-первых, он вышел, когда он хотел стать банковским игроком, вышел он как раз в не очень хорошее время, да, вот которое события с санкциями на России, и поэтому он был вынужден продавать, потому что, опять же, вот он пошел не в очень правильное время, и нужно для того, чтобы стать глобальным банковским игроком, тебе нужен еще больше капитала, то есть... Ты, во-первых, будешь регулироваться уже по всем остальным странам, да, вся своя регуляторика. Банковский бизнес, во-первых, достаточно сложный. Почему вот, опять же, Apple, Google, они не покупают банки по простой причине, потому что они будут тогда уже считаться не как IT, допустим, компания, да, а будет уже они считаться как банки. О чем это говорит? Это говорит о том, что у тебя будет другое регулирование. Поэтому они, да, проводят платежи, но не хотят покупать банки. Но Сбер посмотрел, да, вот историю с банками, он понял еще, что, ну, это сейчас уже не настолько маржинальный бизнес. Да? Идти в Европу со своим банком, ну а что там делать? Понятно. Получить кредит. А IT-сектор все-таки сейчас достаточно тебе позволяет на капитал хороший доход иметь. Поэтому и масштабироваться в этом плане, да, тут большие конкуренты, мы видим Apple, Google, но ты же можешь занять свои доли. Ты имеешь базу финансовых транзакций, да, у тебя большой, также ты нарабатываешь клиентский, у тебя много клиентов, и ты можешь предлагать соответствующие их интересам услуги. У того же Сбера большой там штаб Data Science, большой штаб программистов, да, это по сути также наряду с Яндексом, Mail.com, IT-компания. У них там не меньше специалистов в IT, чем того же Mail.com. И Сбертех, который вот раньше был, там около 1000 человек занимались как раз именно IT-сектором. Поэтому я думаю, Сбере, в принципе, не сегодня, а еще давно поняли, что именно сейчас, если ты хочешь дальше генерировать выручку, тебе надо вот именно переходить уже не чисто банком заниматься, а вот в сектор залезать софтвера и IT. Понятно. А вот мы не говорим о банке, который ориентирован на средний бизнес, это Банк Санкт-Петербург. Стоит ли покупать эти акции? Ну, ты сейчас вот именно сказал малый бизнес. Сейчас у нас в России малый бизнес вот после кризиса коронавируса себя, мягко скажем, не так хорошо чувствует. Да? У Сбербанка, у Банка Санкт-Петербург, у них, в принципе, что я смотрел отчетность, но я уже давно смотрел, да, у них хорошие показатели в плане. Ну, я бы сказал, это такой под дивиденды банк тоже, он, я не жду от него, по крайней мере, если мы про акции говорим, да, он добротный, стабильный, достаточно такой, занимает большую
сферу, но опять же, не только он кредитует мало-средний бизнес, есть для этого у нас еще и банк отдельный, МСП тоже этим занимается. Но сейчас на малом-среднем бизнесе, ты сам понимаешь, сильно-то не заработаешь. Ну и Санкт-Петербург, он больше представлен, опять же, в Питере, да, там понятно почему и из названия. Но он не только занимается МСП. Но так банк по себе в плане капитала и стабильный такой, я не хочу говорить середнячок, чтобы там не обижать, но в плане таких повышенных рисков я не вижу от, в плане деятельности. Да, он не идет в какие-то там суперрисковые истории. Немножко была плохая связь, но ты хочешь, чтобы ты еще раз ты мне сказал, что в следующем году придется банкам признать плохие кредиты, да, и доля их вырастет. Да, я тебе говорил, потому что вот в связи с коронакризисом Центральный банк в начале, когда он начался там весной этого года, он некие послабления для банковского сектора, там много было послаблений, там и по части оценки ценных бумаг, тех же облигаций можно было не переоценивать, и в одно из послаблений, вот те заемщики, которые попали в сложную ситуацию, да, их можно не признавать, эти кредиты плохие. Но вот это послабление, оно заканчивается в этом году. Соответственно, в каком году? В конце? В этом. И уже в этом году? Да. Поэтому в следующем году, если ничего не изменится, там Центральный банк не продлит вот эти послабления, то тебе эти кредиты нужно уже оценивать по реальной стоимости, то есть если он просрочен, да, там больше 90, ну это утрин, там много тонкостей, да. Я не хочу это вникать, потому что там разные категории качества, я говорил, там есть первая, вторая, третья, четвертая, надо переводить эти кредиты из там в просроченные. Многие сейчас занимались еще реструктуризацией кредитов. По сути, кредит самый плохой, но ты реструктуризируешь, и вроде как заемщик продолжает платить. Но вот эти все проблемы, их, если Центральный банк не продлит эти послабления, их надо будет признавать в следующем году. Соответственно, в этом году банковский сектор покажет очень хорошую прибыль. Там, по сути, она будет наравне там, с рекордными годами. Но это из-за того, что не было полностью создано резервы. А резервы, они вычитаются, грубо говоря, жирают прибыль. Поэтому в следующем году прибыль будет меньше банковского сектора за счет того, что часть прибыли, которая будет заработана в следующем году, пойдет в резервы. Понятно. Вот ты правильно дал прогноз, что в конце года акции вырастут. Мы говорим тебе спасибо, зрители канала Венков 100 инвестирования. И вот у нас за месяц акции Сбербанка обычно выросли на 16%. Вот. Ну, на ВТБ на 11%. А как ты считаешь, вот они вот выросли, да? Ну, количество коротких позиций, шортов у физиков, они зашкаливают по Сбербанку. Ну, смотри, тут вопрос такой, что количество шортов зашкаливает, но опять же, те же, кто покупает еще, те же физики, с одной стороны, часть шортит, с другой покупает. У нас же приток на рынок колоссальный физиков, поэтому нельзя говорить то, что вот все физики шортят, да, там, потому что в основном, да, часть видят, скажем так, те, кто спекулятивно настроен, видят, акции выросли, да, что ты не в лонге, да, значит, да. Что тебе надо делать? Тебе же надо постоянно в рынке быть, тебе, значит, надо шортить, да. Ну там еще сложность, человеческая психология. Когда в начале марта многие пропустили старт роста, там пробивали понижательный тренд 5 ноября, вот, в ноябре, прости, вот, как бы многие пропустили, и тогда вот люди переворачиваются, чтобы отбить пропущенный рост, как бы хочу поспорить с рынком, ах да, назло, там отморожу руки маме, и начинают шортить, чтобы отбить этот рост, а вот фокус не удается. Ну, я бы, да, естественно, это в том числе и вот эта психология, о чем ты, о чем я сказал только что. Но еще, опять же, вот этот Christmas rally, приход, мы видим продолжающийся приток тех же физиков на рынок, да, и они что покупают? Они покупают
и тот же Сбербанк. Поэтому, да, вот есть такая история. Но куда дальше, наверное, ты хотел бы... Я хотел спросить с точки зрения не спекуляций, а с точки зрения, например, вот ВТБ Капитал, по-моему, дал оценку по этим акциям не то 400, не то 420. Но они всегда очень оптимистичны, ВТБ Капитал, по всем акциям. Вот стоит ли, учитывая эти проблемы, в следующий год покупать эти акции банковские? Ну, смотри, я тебе вот мой до этого посыл такой, если действительно верить в то, что Сбер станет такой банк IT-компании, то текущие цены акций на Сбер, они дешевые. Там уже будут другие мультипликаторы. Вопрос, когда заходить, сейчас вырос, ну, сейчас там уже, видимо, мы еще что-то увидим до католического Рождества, потом рынок, как обычно... Что мы увидим? Ты сказал, мы что-то увидим. Да? Я думаю, еще мы увидим небольшой рост, там, может, еще 5%, 5-7% там, процентов увидим. Потому что, опять же, под конец года надо не забывать еще такую важную деталь, то, что вот этот рост пришелся на то, что, по сути, с начала года нетто число именно со стороны нерезидентов, объем захода в наш рынок, он отрицательный. То есть нерезиденты еще не восстановили полностью позиции в тех же акциях на нашем рынке. Я не говорю про облигации, потому что облигации, там число нерезов уменьшилось, но оно уменьшилось относительно, а не абсолютно, потому что очень много флоутеров было продано, а это покупали наши те же Сбер и ВТБ. Вот, и, соответственно, вот часть еще будет захода в наш рынок, ну, видимо, до разговора о санкциях. Текущего уровня, ну, тут вопрос такой, что если ты не купил уже, ну, в принципе, через Новый год можно, я бы на самом деле посидел бы в тех же бандах, да, у тебя будет какой-то купон капать, вот, последний год, да. Сбер покупать, ну, я, в принципе, на него позитивно смотрю, ну, в такой средней долгосрочной перспективе, а внутри вот так там спекулятивно 1-2 дня, ну, тут сложно сказать, там шортить бы я точно не стал, да, но вот покупать, опять же, всегда стоит покупать или нет? Вопрос же у каждого свой срок, да? Кому-то стоит, который завтра продаст? Нет, а вот давай мы сделаем горизонт один год. Горизонт один год. Горизонт один год, текущий уровень, да? Да. Я думаю, что Сбер будет пониже там где-то в феврале на коррекции, поэтому я бы не стал. Я бы сейчас занял стратегию, вот, грубо говоря, сейчас уже, хоть я думаю, что рынок еще повыше, акции будет, я бы уже готовился к праздникам и где-то там на месяц купил бы короткие банды, чтобы деньги не просто там в нулях, да, лежали, а в купон какой-то получать. И подождал бы вот все-таки инаугурации и февраль, потому что февраль, скорее всего, будет какая-то тема опять с Россией раскручивается там февраль. И на коррекции там я бы Сбер брал бы весной, вот так бы, моя стратегия, вот если откорректироваться. Но опять же, если мы говорим вот там в течение недели до конца католичного, вполне мы можем увидеть еще там какой-то рост, потому что явно, что не все еще лоцировали портфели в российские активы. Вот, вот так бы говорили. А вот эти вот прогнозы о том, что развивающиеся рынки в следующем году получат динамику лучше, чем развитые, они как-то влияют на то, что инвесторы пакуют деньги в русские акции? Ну, это, опять же, русские или emerging? Ну, то, что пишут, что развивающиеся рынки получат динамику лучше, а Сбербанк сейчас это как Газпром 10 лет назад. Мы говорим партия, имеем в виду Ленин. Ну, да, смотри, потому что на чем это вообще базируется это мнение, потому что это мнение базируется на простой причине всех инвест-домов, да, что в принципе у нас появилась вакцина, рано или поздно там привьют всех, экономика
начнет восстанавливаться. В следующем году она будет восстанавливаться априори, потому что мы имеем текущую низкую базу, и год к году ВВП всех стран вырастет. Там российский 3,5-4 или 4,5. Ну, из-за эффекта базы, это называется просто эффект базы. Экономика, естественно, вырастет. Ну и будет какой-то, потому что у нас сектор услуг во всем мире упал сильно. В отличие от, когда были прошлые кризисы, падал там перепроизводство, называется, то есть другой сектор. В этом основной удар пришелся на секторе услуг. И это немного хуже, я бы сказал, потому что ты, грубо говоря, тот сектор, который там парикмахерский, какие-то туристические, ты за следующие годы не восполнишь то, что было потеряно в этом году. Ты в следующем году не сходишь 20-30 раз в парикмахерскую, потому что ты в этом году там ходил раз в 2 месяца, грубо говоря. И там немного другое восстановление идет экономики. Я не скажу парикмахерскую, потому что я купил машинку для стрижки волос. Боюсь заразиться в этом клоповнике. Вот, а если таких, как ты, будет много, то у нас экономика еще будет очень долго восстанавливаться, потому что все теперь будут подстригаться дома. А что делать? Если ты коньки отбросишь, то тоже экономика, так сказать, не получит. Вообще никуда не будешь, в Ашан даже не будешь ходить. Ну да, но у нас же и убыль населения происходит. Вот все говорят о том, что у нас плохо растет. А почему? В том числе у нас происходит убыль населения. И как экономика не может хорошо расти, когда у тебя идет убыль населения. Конечно. Вот. Но возвращаясь к твоему вопросу, если вот на этом и базируется. Экономика будет восстанавливаться, и, соответственно, мы увидим приток на фоне общего рискона во все emerging markets и Россия. Ну, у России своя есть история там санкционная, это дополнительный фактор неопределенности. Ну да, по факту, естественно, будут покупать те же акции Сбербанка, на нефтянку меньше, потому что нефтянка сейчас тренд ESG, да, вот этот ESG, ETF-ов там давно, потому что все уже не хотят связываться вот с этими токсичными активами. Да, у нас угольщики, там нефтянка выбрасывают много, засоряют планету, поэтому мы не будем покупать. Сейчас тема пошла greenwashing, когда те же BP уже себя позиционируют, или вот норвежская нефтяная, они типа не нефтяники, они вот уже переформатировались. Понятно. Чтобы капитал. Поэтому, да, если вот этот, как ты сказал, будет у нас восстановление, естественно, emerging markets и получит приток, да, на этом, если вот так позиционироваться, на этом Сбербанк и дальше будет расти. Я понял, значит, из всего банковского сектора мы берем самую вкусную конфету Сбербанк и берем ее на марте. Он будет расти по определению, потому что когда заходят нерезиденты, они покупают стопер. Ну, а мы говорили там Сбер. Сбер это прокси на все в России. Сбер это прокси просто на 5. Цены на нефть растут, покупаешь Сбер. Да. Он на все. И он, ну, его же не просто покупают. Если так посмотреть, это крупнейший банк России, но он генерирует там роя и cost of risk у него достаточно низкий, да, там. То есть он не просто его покупает, потому что он большой, но он покупает, он платит хорошие дивиденды. Мы видим, год-год у него идет стабильный рост. Он, в принципе, на волне вот этих последних изменений. Мы на коррекции возьмем Сбер. ВТБ мы брать не будем, потому что там достаточно не все понятно со стратегией, со сделками слияния, поглощения, да? Ну да, вот Сбербанк постоянно каждый год он говорит, что они меняют, что в принципе логично рассказывают, но каждый год почему-то все вот из плане дивидендов, да, и в плане в дальнейшем бывают какие-то непонятные сделки, допустим, мне, я же не инсайдер там, но для меня вот как там инвесторы, которые там рассматривают те же облигации. Сбер, конечно, если он не поменяет стратегию,
то он, в принципе, может пойти по стопам Сбера. Но вопрос, когда это случится... ВТБ поэтому... пойдет по стопам Сбера, да? Возможно. Тогда будем покупать. А сейчас не будем. Ну, сейчас, если мы говорим из банков, да, вот нужно... Да. Тот же Сбер, да, вот я в основном на Сбере как консультирую. А ВТБ пока нет и полной ясности, туман. Пока мне, да, не до конца понятна стратегия. Точнее, она понятна, она написана, и там, ну, в плане вот реализации и придержания ее, вот именно то, что написано, и как исполнено. Она вот бывает расходит. Понятно. Тинькофф банк мы не покупаем. Тинькофф банк... Я бы сейчас не покупал, потому что до этого было все ясно. Вот сейчас последние сделки. Понятно, что собственник хочет его продать, да, продать дорого. Это либо привлечь крупного, но, скорее всего, полностью продать, потому что смысла там Олег Тинькофф, он все-таки как собственник хочет определять, а заводить тот же, допустим, наполовину компании, там на 40%, но это не то. Либо продать полностью, либо не продавать. Видимо, есть желание продать дорого, но вот эти все последние новости, достаточно большая волатильность, и непонятно, что будет дальше. Поэтому так-то Тинькофф, кстати, Тинькофф же по мультипликаторам оценивает круче, намного сильнее, чем Сбер, потому что, опять же, Тинькофф первым банком, который рассматривали, ну, и многие инвесторы, те же иностранные, как IT-компанию. Это еще было до, ну, до того, как вот первоначально, как IT-компания. Поэтому мультипликаторы будут другие. Если у Сбера будут такие же мультипликаторы, как у Тинькова, там уже не 400 он будет стоить, а 1400, грубо говоря, Сбербанк. Ну, Сбер надо пройти. На текущий момент, да, Тинькофф я как бы на халде там, ну, не считаю. Вот из банковского Сбер, да, также те же дивиденды. Ну, вот дивидендные компании, о чем говорил. Ну, вот это, скорее всего, я формировал где-то в феврале-марте. Позиции. Сейчас я бы тупо там в карате корпорат в первого, там, второго эшелона посидел все эти праздники, получал бы купон и не думал, что там будет в начале января, в середине, а куда там, что с инаугурацией, что там к России прилетит, какие новые санкции или что. Прилетит. По госдолгу санкции. Ну, об этом много говорят, но я думаю, по крайней мере, об этом, во-первых, наверное, не раньше февраля будет вот эта тема раскручивается вся санкционная. Потому что сейчас инаугурация, сейчас у них внутренние проблемы нужно решать. А во-вторых, те, что, я не знаю, вот Чубайса назначили, да, там, по связям, так сказать, может, ну, кто-то говорит, что это просто, да, вот понятно, что человек, он же с ельцинских времен, там, просто ему синекура такая. Есть мнение, допустим, что какие-то с помощью него там будут налаживаться отношения там с Западом, да, с западными странами. Не знаю, это уже такая тонкая политика, как будет, что будет. Ну и от нас еще зависит, там, может, России какой-нибудь сюрприз, чтобы санкции новые нам там били. Ну, насколько я понимаю, Чубайс, он связан с демократами. Это тема не моя, Катасонова, профессора. Ну, а с кем? С коммунистами Чубайс? Ну, понятно, что... Не с республиканцами, нет, не с Трампом связан. Я думал, ты скажешь, что Чубайс с коммунистами связан. Он такой, что, демократ, а в душе там приходит томик, там, Ленина читает, да, там у него портрет Сталина висит, и Чубайс... Понятно, то есть мы берем лучшую акцию Сбербанк, и покупаем на коррекции где-нибудь там весной, там в марте, да? Сбербанк, да, опять же, я не только Сбербанк, я опять же, вот, ну, Газпром последний день, да, в пятницу, сейчас уже 200. Когда мы с тобой говорили, там он сколько был, там, в районе 170. Газпром, на него давят
вот этот Северный поток, санкционной кампании, но в плане ESG, если мы говорим, то он связан с газом. А газ это считается не, ну, считается экологически чистым в этом плане, если мы сравним там с углем или с нефтянкой, да, и он, в принципе, тот же «Газпром», он больше будет входить в, ну, покупать фонды будут. Но тут с «Газпромом» мне не совсем все ясно, если говорить локально. Выросла информация о том, что вот трубоукладчик там начал снова работать по Северному потоку. И тут уже в выходные американцы заявили, что нет сомнения в том, что Северный поток будет остановлен. Поэтому, мне кажется, он еще поколбасит. Ну, это да, но это тоже политика, потому что ты понимаешь, что немцы сами, они не хотят терять лицо тоже. Да, они говорят, что американцы не могут вмешиваться в дела других стран. Ну, так наивно немцы говорят, да. И, опять же, немцам отказываются, когда у них там большинство уже сказали «да». Ну, я считаю, что и на прошлом, в прошлый раз, я не помню, говорил, нет. Я думаю, что достроит. Вопрос для чего это? Понятно, что не зависит там от украинского трубопровода. Да, есть такое. Но тут еще для «Газпрома» негатив. Это то, что президент сказал, что за счет «Газпрома» нужно вот всю Россию-матушку газом снабдить, да, чтобы «Газпром» строил трубы, а это большой капекс. Но «Газпром» что сделал и что позитивно для акционеров, он эти деньги, ну, по крайней мере, будет привлекать через суборды, а это значит, он субординированно выпускает, да, точнее не субординированно, а вечные бонды, которые увеличивают капитал, вот, и это не будет сказываться на... не будет отъедать прибыль. То есть он будет через капитал таким способом финансировать этот капекс. Понятно. Вот этот плюс как раз в плане прибыльности для акционеров. Алло. Да, да, это интересно. Все, Рома, ты ладно. Насчет рояля не пугайся, не так. Слушай, ну все, спасибо большое за большое, очень интересное интервью. Было все очень интересно. Действительно, у меня... во многом с тобой согласен. ВДБ мы покупать не будем пока. Ну, это... у каждого все равно должно быть какое-то свое мнение. Я высказал... Алло, слышишь меня? Да-да-да. Я высказал мнение. Вот многие, опять же, путают такое понятие. Аналитики, вот, к примеру, почему выбирают аналитику, он точно сказал. Но аналитикам заблуждается, им платят не за... верный прогноз, потому что, ну, никто не даст там тебе через два дня рубль будет столько-то, через три там акции столько-то. Платят за... вообще, я вот когда начинал, давно там читал, в 2003-2004 году еще, мне мнение читал, и я вот что-то соглашался, что-то нет, смотрел обоснованно, нет. То есть мне интересно даже не цель, а мнение. Вот как человек пришел, допустим, к этой таргету по акции, да, вот почему он, потому что, опять же, ту же финмодель, вот в крупных инвестбанках, там строят в Excel, но это, в принципе, стандартная ситуация, когда ты строишь финмодель, у тебя там discount cash flow, DCF используешь, ты там прогнозный, у тебя есть аналитики по макро, ты смотришь, какой там прогнозируется рост по ВВП, у тебя есть аналитики по нефтянке, и ты там, грубо говоря, аналитик по Лукойлу, по нефтянке акциям, и ты берешь у них данные, вводишь там свой прогноз на будущее, какие будут там денежные потоки, дивы, и строишь там оценку акций. То есть это больше такая техническая. А вот как ты к этому пришел, то есть тебе приходится понимать и спускаться от макро к микро, понимать вот эту всю структуру, именно как ты думаешь, что будет дальше, а не сама цель, таргет. Потому что таргет может быть 170, может 200. Но верно ли ход, верное ли решение? Вот аналитику, на самом деле, за мнение как бы платят. Я согласен, потому что невозможно по чужим оценкам. Тогда уж женись на аналитике, блин. Аналитик сегодня здесь, завтра там. Как ты собираешься деньги на нем зарабатывать? Если самому придется быть аналитиком, либо жениться на аналитике. Тут два варианта, по-моему. Да, да. И каждый все равно в конечном итоге он отвечает
сам за свое решение, потому что многие боятся это решение принимать. Да, вот я купил акцию, потому что там аналитик из какого-то инвестдома сказал, там она упала, и вот он такой. Но с другой стороны, если ты купил, и она выросла, то ты как бы, ты герой, ты принял верное решение, но если она не выросла, упала, то да, это не ты, а вот ты прочел, и он посоветовал, и он там не разбирается, и она упала, и из-за него я деньги потерял. Да, да. Все равно, если хочешь там нормально, грубо говоря, все-таки не многие приходят, хотят сразу 100%, где-то в облаках витают, да, там, с Форекса, или вот, ну, мне там доходность 15, что это копеек, мне надо 100 каждый месяц, да. Вот таких сейчас тоже приходят люди, там, с депозитов снимают, нужно большую доходность, не понимают, как они связаны с риском. Либо самое лучшее, это, если твое мнение, у тебя хорошо развит риск-менеджмент. Да, если у тебя риски нормальные, почему у тех же Сбербанков, я, может, тоже бы что-то где-то увеличил, там экспозицию на риск. Тут у меня много ограничений, много риска, много лимит на бумагу, лимит на вложение, лимит на группу, лимит на рублевые активы, лимит на валютные активы. Там столько лимитов, все просто, я об этом не хочу говорить, ты залимитирован в крупных банках. Поэтому для меня удивительно, когда, помнишь, там какой-то трейдер во французском, там чернокожий, афро-француз, или кто он, Société, по-моему, или другой, там слил несколько ярдов. Но когда ты сидишь, твои там все сделки бэк на следующий день обрабатывают, ты риски знаешь, твои сделки, как ты можешь открыть позицию там на миллиарды рублей, да, и никто, грубо говоря, у тебя об этом не увидит. Ну, это так немного... Ты один, если у тебя там кто-то, ты это не сделаешь. Ну, это заблуждение, которое что можно там два конца, три конца в год сделать, оно подогревается, кому-то выгодно. То можно сказать одно, да, можно в год сделать три конца, только на следующий год ты, скорее всего, сольешься в ноль. Вот и все. Ну, конечно, да. И у нас культура сейчас только развивается, вот инвестирование. У нас все идут в ВТО, да, там, грубо говоря, ВТО должно развиваться, но у нас, по сути, нужно тебе, во-первых, ты, если моложе, тебе портфель более, по теории даже, тебе более рискованно. Если ты более пожилой, тебе надо снижать риск, да, там еще более надежные банды там покупать. Вот эта культура инвестирования, когда в которой в Америке развит, там в Европе, у нас она только развивается, у нас приходит либо так, УФЗ первый шел неинтересно, мне нужно хорошую ставку, а потом бац, дефолт по банду. Да, еще что проблема, что ты, допустим, грубо говоря, ты выигрываешь 4-5% спред вот между, ну, 5%, но ты принимаешь риск несоизмеримо больше. То есть, если мы, грубо говоря, вот кто знает там, коэффициент Шарпа, да, есть такой там, насколько ты, у тебя доходность с риском увеличивается, то вот здесь коэффициент Шарпа будет играть не в твою пользу, когда ты увеличиваешь сильно риск на ВДО, да, то вот этот коэффициент, он будет очень плохой для тебя, потому что риск будет у тебя расти сильно непропорционально доходности. Вот, и многие, лучше собирать портфель, допустим, первый эшелон, да, там не УФЗ покупать, первый эшелон, второй и в акции аллоцировать, да. Можно добавлять ВТО, но надо тогда смотреть достаточно серьезно эти банды, что это, ну, к сожалению, не всегда бывает адекватная отчетность, но вот по-моему, у нас только начинается вот эта культура зарождаться инвестированию. Когда человек приходит, мне сразу 100%, у вас там не 100, там, или 50, ну, это неинтересно, пойду на Форекс, да, там. Ну, да. Или биток там, поиграю с ним. Почему-то, опять же, рос у нас Форекс, потому что на рынке у тебя там 100 баксов, на рынке тебе неинтересно, а Форекс ты сразу ее с 100 баксов, да, конечно, у нас... я поднимешь. У нас малый доход домохозяйств, значит, обречены мы жить жуликами. Потому что из этих малых доходов, чтобы почувствовать отдачу,
Приходит человек, говорит, ничего, что у вас малый доход домохозяйств, я вам раскручу счет в 10 раз. Вот, и люди верят. Вот, ну, а если бы были бы доходы нормальные, то люди бы думали скорее о том, чтобы сохранить. А тут у них все другая психология. Я лотерейная психология. Я 3 счета слил, давай еще раз попробуем. Ну да, да, вот это и должно, я думаю, все-таки я оптимист, все-таки у нас как бы вырастет там. И это заинтересованы все мы, как участники рынка, чтобы у нас все-таки увеличился не только количество, но и качество инвесторов. Вот что, да, чтобы там было понимание, куда там вкладывать, какие риски, что, как. Вот, ну, хорошо. Будем надеяться. Все, спасибо большое, Роман, хороших выходных, которых да, я у тебя скушал целый час времени. Да, без проблем. Спасибо большое. Хорошего дня. Да, спасибо. Пока. Thank you.